Итак, ребят, всем привет! Сейчас мы с вами научимся отделять качественно, очень круто вокал от инструментала. Для этого нам понадобится всего две программы. Сейчас я вам буду все показывать наглядно, как устанавливать, что делаем, куда закидываем. Итак, показываю вам экран. Первая программа Ultimate Vocal Remover. Заходим на сайт, все ссылочки в описании всегда есть. Если я что-то вам показываю, что-то скачиваем, всегда есть в описании. Заходим, просто кликаем и открываем. Заходим на сайт, нажимаем Download UVR, листаем в самый низ и скачиваем файл. Сейчас я вам покажу. Скачиваем вот этот файл UVR 5.5.1 версия. Нажимаем на него. Установка достаточно простая, просто далее, 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 далее. Скачали, молодцы. Теперь нам нужна программа Audacity. Тоже. Заходим на сайт, нажимаем кнопочку «Скачать». У вас она скачивается, установка также максимально простая, просто кнопка «Далее», 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 «Далее». В UVR есть, можно только изменить путь, можно какой-нибудь другой диск ее поставить. В принципе, у меня на диске Евро либо она стоит, чтобы на диске C на место не занимала. Все, вот вы скачали, две программы установили. Заходим теперь в Ultimate Vocal Remover, нажимаем два раза, открываем. Итак. Что нам здесь нужно? Заходим сразу же в настройки, нажимаем. Ставим, сейчас вам покажу, вот здесь вот, как у меня выставляются параметры все. Все параметры ставим, как у меня здесь. Здесь ничего не надо менять. Потом заходим сюда, нажимаем Dollar Center. А, VR, видите, написано VR. Нажимаем точечку, скачиваем несколько моделей. Какие модели? Вот здесь написано. Сделаю, чтобы они показались вот так вот, понагляднее. Нажимаем VR, Download Model, скачиваем первую, не вторую версию, первую версию, HP UVR, вот он здесь написан. Скачали, нажали на него, нажали кнопку «Скачать». У вас пошла загрузка, до 100% доходит, успешно написано. Выбираем следующую модель. Нам нужна 5 HP Karaoke VR, не 6, не 6, 5. Скачиваем пятую версию, как здесь написано. Опять нажали «Скачать», скачиваем. И еще вам здесь нужен будет файл. Здесь его сейчас у меня не показано, сейчас я вам покажу, как он называется. Вам нужно здесь будет скачать UVR The Echo The Reverb. То есть он тоже вот здесь вот у вас будет. Download Center, VR, и вот здесь он будет написан. Еще вот так вот сделаю, чтобы вам видно было название. Он где-то вот здесь вот будет, в этом окне. Вот такой, UVR, The Echo, The Reverb. Тоже нажали на него, скачать кнопку нажали. Все, скачали. Теперь нажимаем MDXNet. Здесь открывает окно это и скачиваем Kim Vocal 1. Не Kim Vocal 2, Kim Vocal 1. Нажимаем кнопку опять скачать. Скачали. И еще вам нужно будет... InstMain. Здесь его... Есть он тут? Нет, у меня есть тоже нет его. InstMain вам нужен. Вот такой вот файл. InstMain. Опять нажимаем, скачиваем. Скачивается он у вас. И последнее из Demisus. Вам нужен файл первый сам. Будет нажиматься вот так же. FTD, MIX какой-то и нижнее подчеркивание FT. Тоже нажимаем на него «Скачать». Он состоит из 5 файлов, так что у вас загрузка до 100 будет 5 раз там бегать. Все, скачали, закрыли программу, запустили ее заново. Теперь у вас эти модельки появятся тут. Итак, переходим в Ensemble Mode, нажимаем. Здесь у вас это не будет, я просто сразу нажму, чтобы видеть. Итак, что вам здесь нужно в Assemble моде? Нажимаем Manual Steam Pair, здесь Vocal Instrumental нажимаем. Здесь алгоритм средняя-средняя ставим. Ставим галочку GPU. Если у вас карта NVIDIA, вам не сказано повезло, у вас есть CUDA ядра, и ваша обработка займет намного больше, меньше времени, точнее. Если у вас AMD видео карта, вам не повезло, и вам придется... У вас галочка это просто гореть не будет, либо нажиматься не будет, и... Вам придется на процессоре это все делать. Тот же результат получится, только больше времени затратить. В принципе.
ничего не поменяется. Итак, теперь нам нужно выбрать, что какие мы будем использовать модели алгоритма. Выбираем первый алгоритм, выбираем второй, KimVocal. У вас будут все алгоритмы, просто у вас лишнего не будет. Все их выбрали. 5 штук у вас должно быть гореть. Вот такие, как у меня здесь. В принципе, выбираем. Все, теперь нам нужна песня. Песня, скачивайте песню где-нибудь, где хотите. Я скачал какую-то трендовую песню, там из ВК в папке популярная была, и в принципе скачал. Открываем папочку, в принципе, где эта песня, перетаскиваем эту песню просто сюда вот. Первое поле. Отпускаем. Она у нас ставится. Если вам нужно несколько песен, то вам перетащить просто папку создаете со всеми песнями этими, перетаскиваете всю папку. Всю папку, вот когда вы нажимаете вот сюда на эту область будете, у вас открываться будет папка и написано, какие файлы он будет обрабатывать. Во вторую область переносим в папку, куда мы будем это обрабатывать. Вот и перенес сюда папку эту. Теперь все. Все, что нам остается сделать, это нажать кнопку Start Process и ждать. Я к вам включусь, когда все обработается. Итак, у нас все файлики наши обработались. В конце будет написано у нас процесс комплект и время, за которое это обработалось. То есть у меня заняло на песню примерно 3 минуты. То есть сколько песни идет, столько оно будет обрабатывать примерно это все. Итак, мы заходим в эту папочку. Что мы теперь здесь видим? Мы видим папку со всеми методами, то есть вот все эти песни, вот разные методы в конце прописаны, которые он делал. В конце он делает склейку среднего из всего, что он получил. Давайте послушаем, как звучит у нас вокал и как мы его потом с вами, в принципе-то, улучшим. Вокал открываем. Слушаем. Тянемся друг к другу никем. Я подарил со своей чувством идеей. Но все равно ты поняла. Тупи, просто проснись, мы уже не удержим баланс. Вот такой у нас, видите, результат получился, в принципе. Мы сейчас будем его улучшать. Новая разработка. А инструментал хорошо всегда обрабатывается. Так что с инструменталом можно даже не дорабатывать ничего. Потому что когда накладывать наш голос, в принципе, чистый нам прям инструментал нужен. Если вам интересно, как улучшить еще инструментал, пишите, я вам еще и отдельный гайдик запишу, как инструментал отдельно улучшить, вытащить. Итак, секретная разработка. Смотрите, заходим опять в Ultimate Vocal Remover. Сюда мы кидаем файл теперь с вокалом, который мы получили. Сюда. Перекинули вокал. Здесь меняем на VR. И здесь ставим The Echo, The Reverb. 320 проверить, чтобы у вас было. Чем ниже это значение, тем лучше качество. Все, поставили 320. И здесь 10 ставим примерно. Это агрессивные настройки. Так сказать, насколько агрессивно он это будет делать. Нам десяточка здесь подойдет. Можете поставить больше, если хотите 20 поставить. 10 более-менее нормально. Нажимаем опять старт процессинг и ждем. Итак, все. Прошел наш процесс. И давайте теперь послушаем, что же он сделал. У нас появилось два файла. Написано Other и No Other. Other — это значит, что такое? Other — это все, что он выкинул с этой песни. Давайте послушаем, что он выкинул. Он выкинул всю реверберацию и все эхо. И теперь у нас получается практически чистый, идеальный вокал. Друг другу я... На бэке про одиночество четырех стен. Давай там запустим сплетни, где я с ней, а ты с ним. Пускай нас почти... Уже неплохо, я считаю, да? Будем еще улучшать. Как мы можем это еще улучшить? Программа UVR нам больше не нужна. Кстати, забыл сказать. В UVR, когда вы выставили все assemble методы вот эти, можете нажать вот здесь Choose Options, Save и написать имя. Допустим, V22 какая-нибудь у меня будет. И в следующий раз, когда вы будете сюда заходить, просто сразу же, то есть у вас стоит что-нибудь вот такое, вы нажимаете, в принципе, вот assemble вот этот мод и выбираете его тут. И у вас автоматически, вот, видите, галочки такие стоят,
у вас автоматически все галочки проставятся. Вам только нужно указать будет пути. Все. А UVR нам больше не нужен. Закрываем его. Теперь мы заходим в программу Audacity. Открывается у нас программа Audacity. Вот такая у нас программа. Сюда перетаскиваем файл, который называется Not Other. То есть без обработки, без всего. Что мы здесь с вами сделаем? Мы здесь, смотрите, с вами видим... здесь шум какой-то в самом начале. Что мы с этим шумом делаем? Правильно, мы удаляем. Выделяем просто этот шум. Нажимаем здесь эффекты. Удаление шума. И подавление шума. Выставляем настройки, как у меня. То есть 666, везде шестерки. Получить профиль шума нажимаем. Потом Ctrl-A, выделяем всю дорожку. Эффекты и повторить подавление шума. Он нас подавил шум. Я рекомендую это сделать два раза. То есть мы второй раз выделяем эффекты, удаление шума, подавление шума, получить профиль шума. Опять выделяем и удаляем. Повторно повторить удаление шума. Все. Шум наш очищен по максимуму. Давайте послушаем шум в начале. То есть шум здесь максимум 40, до 42 дБ, в принципе, поднимается. Это вообще уже не слышно. На обработку, на вашу, когда вы будете обрабатывать это все, закидывать на Kaggle для тренировки в RVC, это не будет сказываться никуда. И теперь, что я рекомендую еще сделать. Выделяем всю дорожку, то есть Ctrl-A нажимаем. Нажимаем эффекты. Здесь громкость и компрессия. И нормализация. Нажимаете нормализация. И нажимаем, то есть все галочки ставим, и минус 3 дБ. И нажимаем применить. Он всю нашу дорожку, максимальные пики у него теперь на минус 3 дБ. И ваш голос, когда вы будете обрабатывать, не будет задыхаться. Все понятно, надеюсь, объяснил. Все понятно. Еще. Сохраняем этот файл, то есть нажимаем файл. Экспорт в MP3. Все, и сохраняем его, допустим, сюда, все. Качество не забудьте поставить максимальное, то есть 320. Вот качество максимальное 320. Постоянный, то есть битрейт нажмем и 320 качество. Нажмем кнопку сохранить. Откроется такое окно, нажимаем ОК и все. В принципе, пошло время. Он нам сохранил этот трек. Еще дополнить хочу. Если вы, допустим, артиста, хотите голос взять. Вот эти шумы нам все не нужны, нам пустота не нужна в аудиодорожках, во всех наших. То есть, допустим, я сейчас открою, вот у меня есть здесь вот голос. И давайте его сюда перекинуть, давайте перекину, ладно. То есть здесь вообще, смотрите, вот одно слово какое-то и все. И остальное все пустота. Давайте какой-нибудь другой лучше пример возьмем. Допустим, вот это 73. Вот, видите, вот это все, вот это. Это молчание. Здесь ничего нету. И как нам сделать, чтобы шел голос за голосом? Что нам нужно сделать? Нам нужно нажать эффекты. Потом мы нажимаем здесь с вами, сейчас я вам покажу, удаление, подавление, особое и обрезка тишины. То есть нам надо выбрать весь файл, да, естественно. Эффекты, особое, обрезка тишины. И ставим настройки примерно такие. Минус 30, 0,1. И здесь надо поставить обрезать найденную тишину. И сколько он добавит вместо этой тишины? 0,4 секунды, 0,5 секунд будет достаточно. Давайте поставим 0,5. Смотрите, дорожка была 32 секунды. Нажимаем кнопку применить. Не получилось. Знаете почему? Потому что мы шум-то не анализировали. То есть мы этот шум сейчас выделим. Что вот это? Помехи. Нажимаем эффекты. Опять то же самое. Удаление шума, подавление шума. Профиль шума мы взяли. Теперь Ctrl-A. Эффект. Повторить удаление шума. Теперь у нас уменьшилось это все. Теперь как раз таки мы нажимаем. Выделяем опять дорожку. Эффекты. Особая. Обрезка тишины. И сейчас у нас, видите, файл подобрезался. Вместо 32 секунд он стал 24. Мы можем поступить еще более агрессивнее, чтобы еще больше срезать. То есть здесь можем поставить уже минус 25. То есть с настройками поиграть. Минус 25 поставим. Применить.
То есть еще больше срезался шум. Какой, на какой частоте шум можно посмотреть, нажать правую кнопку мыши, линейная, то есть... это такое? Линейная шкала вот эта, децибелах, чтобы шла она. И когда мы растянем, мы видим, что шум там в минусе каком-то, хрен знает, с каких децибел идет. То есть он ваш звук не будет, в принципе-то, отрезать. И так мы можем укоротить дорожку, то есть убрать вот эти вот... информация, которая нам не нужна. То есть у нас, чтобы RVC наша делала по нормальному звуку, а не по тишине. Надеюсь, я понятно объяснил. Тоже нажимаем потом файл, и то есть экспорт, и сохраняем в MP3. Либо в WAV. WAV лучше я советую, потому что WAV это более... В него больше информации помещается. Да, он больше весит, но больше информации помещается в этот файл. В принципе, на этом все. Мы получили с вами хорошую дорожку. Давайте посмотрим, что мы получили с вами. Куда он меня сохранил? Давайте вначале найдем. Не сюда. Он меня сохранил вот сюда, скорее всего. Да, сохранил у меня сюда он вот эту папку. Вот наш получившийся файл голоса. Тянемся друг к другу никем. Я подарил все свои чувства не тем я. Балласт где-то, но в глубине нет никого, это пепел. Подпеваю у сердца на бэке про одиночество четырех стен никем. То есть, как мы видим, у нас получилось очень качественное звук без реверба, что самое главное, для тренировки, по крайней мере. Это очень важно, чтобы звук ваш был без реверба и эхо. Если вы загрузите с ревербом и эхо, у вас хреново все получится. И потом, не только для обработки, для создания модели это полезно, но и для того, чтобы потом преобразовать голос. То есть преобразовывать голос легче, когда мы его записываем. Если вы мой голос будете загружать, он нормальный, без всякой практически обработки. То есть в него нету ни эхо, ни реверба, ни автотюна, ничего такого. Автотюн, да, мы вырезать не можем, но мы можем вырезать эхо и реверб. И это намного упростит задачу нашей RVC. Так что, ребята, всем большое за просмотр. Огромное спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ждет много чего интересного нас дальше. Телеграм тоже в описании. Теперь у нас Телеграм есть еще, не забываем. Так что там все вопросики, обсуждения и так далее. Самые свежие новости только там. Так что все, ребят, всем спасибо. Всем пока. Обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Всем удачи.